Всем привет, с вами интернет-магазин Stalker Shop, и сейчас мы рассмотрим рюкзак под названием Raccoon 2 от фирмы Tactical Pro. Сразу сравню его с рюкзаком Raccoon 1, на который у нас уже было видео. Вы можете увидеть, что они отличаются объемами, причем очень характерно. Если этот рюкзак шел где-то на 15-20 литров, то тут поместится все 30, а то и 40. Размеры рюкзака составляют 28 сантиметров, даже 29, на 43 сантиметра. Начнем с передней части. Здесь мы видим резинки для утяжки, то есть сюда, к примеру, можно утянуть куртку или еще какую-то часть снаряжения. Стропы молли, на которые можно повесить подсумки. Здесь велкро для крепления патчей. И здесь же идет 3D-патч, подарок Tactical Pro с логотипом фирмы. Сбоку видим те же стропы молли для крепления подсумков. И боковой объем утягивается тоже при помощи строп. Сверху она с фастексом, снизу с таким утягивающим карабинчиком, скажем так. И то, что мне понравилось, велкро, которое позволит остаток стропы закрепить непосредственно на стропе, чтобы она не болталась. Так вот, заклеиваем, и у нас вот этот кусок стропы не просто болтается где-то, а надежно закреплен. Сверху ручка для переноски. Сделана она из паракорда с двумя фастексами. То есть ее можно спокойно снимать, в принципе, и носить как браслет, допустим. Теперь клямка. Здесь они широкие и очень мягкие. Поэтому вы сможете носить даже туго забитый портфель, и не будет вам лямки натирать плечи, как это обычно бывает, когда рюкзаки очень тяжелые. Грудная перемычка с фастексом. Здесь регулируется как по высоте они, так и по длине. Ниже видим большой фастекс и тоже стропу. Это уже поясная. Тоже все регулируется под любой размер. При желании ее вообще можно снять. Лямки у рюкзака тоже регулируются при помощи стропы. Здесь есть тоже утяжка, чтобы остаток стропы не болтался. Теперь рассмотрим внутренние отделения. Здесь их два. Одно поменьше, другое побольше. То, которое спереди, поменьше. Застегивается на молнию. Они расстегиваются до половины. Здесь сразу видим, что все проклеено, чтобы влага не попадала при дожде в рюкзак. И внутри можно увидеть небольшой органайзер, здесь состоящий из двух карманов с сеточкой и одного большого кармашка из нейлона. Основное отделение тоже открывается чуть ниже половины. Здесь, если присмотреться, тоже все проклеено для того, чтобы вода не просачивалась внутрь. Большой сетчатый карман. И внутри на спине карман на молнии, чтобы тоже можно было убрать какой-то мелочок. Очень большое основное отделение. Сюда поместится достаточно много вещей. Данный рюкзак отлично подойдет как для городских условий, так и для каких-то походных, когда нужно взять с собой достаточно много вещей. На нашем сайте представлены различные расцветки данного рюкзака, то есть из большого ассортимента вы можете выбрать наиболее понравившийся вам цвет. Ссылка на данный товар будет внизу в описании, и если вы кликните по ярлычку, вы перейдете непосредственно на сайт к данному рюкзаку. На этом у меня все, следите за нашими дальнейшими видеообзорами. Спасибо за внимание, до свидания.